Привет! Новый сюжет про скретчи. Несмотря на то, что я уже рассказывал про фейдерные скретчи, мы опять вернемся к одному бесфейдерному приему. Называется он «Слеза». Вот, называется так, потому что я не знаю почему, но его так назвали «Слеза» или «Tear Scratch». Вот, делается он очень просто. Он делается движение вперед и два движения назад. То есть представьте, что вы делали бэби, а потом, когда вы так подумали, а что я, когда делаю бэби, делаю и вперед движение, и назад одинаковое движение, а буду-ка я назад делать движение, состоящее из двух частей. Одно движение, остановка, и второе движение. Раз. Движение вперед. Раз движение, два движения. Движение вперед, назад остановка, еще раз назад остановка. Движение вперед, назад, остановились, подумали, назад. Движение вперед, назад, назад. То есть получается вперед, а потом назад, на половине пути остановились, подумали и опять назад. Вперед, назад, на половине пути остановились, подумали и опять назад. Получается ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж. Вот, довольно интересный прием, он можно услышать у Public Enemy. Можно делать и наоборот, то есть так вы делали вперед полное движение, назад двойное. Можно делать наоборот, вперед делайте, вперед, остановились, подумали, вперед, назад, то есть вот так. В принципе, то же самое. Вот, то вы делали вперед, а то вы делаете. Останавливаться нужно четко, чтобы была чуть-чуть пауза, то есть. И то же самое назад. Очень хорошо комбинируется со всеми другими приемами. Более быстрый темп, потому что слеза, тут очень медленный темп для слезы. Что-то сейчас попробуем такое, как говорится, поэнергичнее, позаводнее что-то попробуем. Буквально пару секундочек. Проматываем.
бэби в сочетании с разными, там, с форвардами, с... Ой, бэби. Вы видели только что слезу в сочетании с бэби, с другими приемами. То есть, как вы видите, очень можно классно скретчить и не используя кроссфейдер. Уметь делать бесфейдерные скретчи очень важно, потому что часто, когда вы где-то играете, то там стоит вообще ни разу не скретчевый пульт, а какое-то такое потрепанное унылое доробло, вот, которое вообще лучше кроссфейдер не трогать, чтобы оно, не знаю, не захрипело и не взорвалось. Вот, поэтому уметь скретчить без кроссфейдера тоже великое такое, великое оружие в перформансе диджея. Вот, это был бесфейдерный прием. Мне подали, кстати, очень интересную идею, пока я не скажу она о чем. Вот, но будет прикольно. Вот, на этом все. С вами я, Никастин, до новых встреч.